Итоги выполнения программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других объектов Тверской области в прошлом году рассмотрели на заседании регионального правительства. Также были поставлены задачи на текущие и последующие годы. В обсуждении принял участие депутат Госдумы Владимир Васильев. Подробности у Натальи Чекет. За прошедшие 6 лет уровень газификации региона вырос на 7,5% и на начало этого года составил 71%. Всего в регионе построено 1700 километров сетей, газифицировано 42 тысячи домов и квартир. В регионе идет работа по переводу котельных на природный газ. Котельные решают вопрос не только газификации тех объектов, которые к ним подключены, но также объектов жилого фонда. По системе централизованного теплоснабжения и горячая вода поставляется в жилые дома, но вырабатывается и тепло, и электроэнергия вырабатывается с использованием газа. До 2026 года планируется обеспечить 100% газификацию районных центров области. Начинается основной этап работ по подведению голубого топлива в оставшиеся 10 негазифицированных муниципалитетов. На юго-западе это Оленина, Нелидово, Западная Двина, Белый, Торопец. На северо-востоке – Максатиха, Сандово, Весьегонск, Удомельский и Лесной округа. Во время заседания губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по газификации социально значимых объектов. У нас выделено достаточно большие средства на то, чтобы синхронизировать процесс подводки газа страны «Газпрома» и формирования трубопроводов и подключения наших потребителей. В том числе это касается и бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, это в части ветеринарии. В этом году в программу включено 30 социально значимых учреждений. В их числе детский сад «Колобок» в Калязинском округе, Неклюдовская школа имени Русакова в Кимрском округе. Газ также подводится к инвест-площадкам региона, туристическим объектам. Еще один важный вопрос – привлечение квалифицированных специалистов, которые могут обслуживать увеличивающееся количество газовых сетей и оборудования. Если говорить о Тверском государственном техническом университете, то в настоящее время мы реализуем ряд направлений подготовки теплотехники и теплоснабжения. Будем так говорить, вместе с АО «Газпромраспределение» осуществляем переподготовку кадров по программе газоснабжения. Эту работу мы и готовы продолжать в будущем, более интенсивно готовить кадры, но для того, чтобы программа была успешной, готовы работать и по целевым программам, и по целевым договорам, и, конечно, переподготавливать уже имеющиеся кадры. Ведется догазификация домов жителей. В текущем году планируется подвести голубое топливо к более 1400 домовладений. В Тверской области действуют меры социальной поддержки по этому направлению. На финансовую помощь могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи Верхневолжья. Всего в этом году планируется газифицировать 28 населенных пунктов Верхневолжья, более 6300 домов и квартир. А общая протяженность введенных сетей составит 229 километров.